Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Кофе? Кофе. Сейчас договорим и сделаем бразильский. Здесь бразильский, есть классный, отлично. Такой ароматный, просто офигенный. Чашечка кофе. Да, здесь уже есть. Здесь уже, возможно. Здесь уже есть жизнь. Здесь есть жизнь. Этот дом наполняется постепенно жизнью. Я думаю, в течение месяца-двух здесь уже даже кошка будет бегать, пока ее здесь нет. Мы остановились на силе. Смотри, когда мы писали книжку, помнишь, когда мы впервые вышли на дракона? Угу. Очень хорошо помню. Очевидно, в нашей психике есть два архетипа. Два. Черная и белая смерть. Угу. Одна из них отвечает за съем информации в психике, другая за сюжетную линию, которую мы проживаем. Черная и белая каждую день и ночь выполняют эту работу. Они постоянно у нас включены, работают. Это опции нашей психики. Если какая-то из этой опции выйдет из строя, мы, грубо говоря, уходим в инкарнационный цикл, мы умираем. И при этом черное и белое, они бывают разного масштаба. Если мы берем масштаб физического тела, то значит у нас в физическом теле черное и белое отвечают за те физиологические реакции, которые происходят. Ну, на ночь идет расслабление, отрабатывают почки, отдыхает мозг там, и так далее, и так далее. Идет самовосстановление физического тела. И ресурс на следующий день собирает черное, это тело будет работать по заданным программам, то есть в здоровье, либо там начнет подкачиваться болезнь, это уже черная наша часть обеспечивает. То есть из ночи мы выходим через черное. Это физический контур. Следующий контур – психический контур. Психический контур, там тройной такой, все разрисовано в наших книгах, вся психика. Блин, мы сделали, на самом деле, мы огромную научную работу сделали. То есть на этом еще будут через 100 лет защищаться диссертации. Но мы основной путь проложили. Дальше. На определенном уровне, вот психическом уровне, там есть тоже черное и белое. Только они отвечают за уход в ночь, снятие информации из психики, расслабление психики и загрузка следующего дня, декорации, что мы будем смотреть, какой фильм следующий день. Только уже именно в декорациях. Это психика наша работает. Следующий контур, если мы возьмем дальше по уровням. Там у нас будет и родовый контур, там у нас будет и государственный контур, и земной шар там у нас будет. Все. В зависимости от масштаба игры. Так вот, в каждом из масштабов есть свое тело. То есть мы-то считаем только это телом. Это в самом маленьком контуре. На самом деле... А в большом контуре тело земной шар. Да, да, да. И точно так же работает, пока тело не услышит. Не услышит, да. Смотри, мы нашли и описали, как мы вышли на дракона. Не просто так в китайской мифологии дракон там и все это было, да, и все вот эти черные, белые, это все у нас в сказках присутствовало, везде присутствовало. То есть, ну, потому что люди доставали это из психики, это архетипы, они есть, они никуда от этого не денешься. Так вот, дракон у нас находится за пределами каждого из контуров. Он на уровень выше, на ступеньку выше. Всегда причем. Всегда. И он всегда спит. Это на самом деле тело, каждое вот это тело, это игра. Вот наше тело – это тоже игра. Да, это игра. И каждый уровень – это тоже тело, это игра. И дракон – это за пределами это как игры. Флешка, за пределами. Да, или как карта игровая, которая обеспечивает именно вот такую игру. И сон дракона – это, по сути дела, мир. Это то, что мы, где мы играем. Угу. Что мы видим, что мы проживаем, где мы осознаем. Где мы... Это сон дракона, по сути дела. Вот то, что мы называем внешней реальностью нашей, это сон дракона. Но когда мы подходим к дракону, мы осознаем, что это сила. И чем больше контур, тем больше сила. А сила – это ресурс. И когда мы, смотри, вот сейчас будут идти подмены, когда мы говорим о силе, ну тут же вот сила, кто кому, куда даст, да? А если мы говорим о ресурсе, то это энергия. Такое... Так вот, дракон – это и не сила. Да, и не энергия. И не энергия. Да. А кто там великие, там типа Хокинга называли это абсолютом, там и так далее. Разную терминологию можно придумать. На самом деле это сознание. И это свет. И это ресурс света, бесконечный ресурс света, бесконечный ресурс сознания.
Бесконечный ресурс чистоты. Вопрос, как обуздать дракона, чтобы он снил тот сон, который ты хочешь видеть на любом из контуров, который ты можешь осознавать. Я знаю, что сейчас сразу ты говоришь вопрос, а я сразу так понимаю, что человек воспринимает это сразу. Сесть на дракона, как в аватаре. Полететь. Седлать. Ну, поэтому я и сказала седлать дракона. Китайцы тоже образами разговаривают. Да, 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 да. Потому что чувства, именно если ты возьмешь по чувствам управление вот этим ресурсом на любом контуре, оно дает вот именно как сон над сном. Да. Это оседлать дракона по чувствам. Да, 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 да. На самом деле сила дракона или дракон, да, это жизнь. Это жизнь. Жизнь любой игры, любого уровня игры. Это жизнь, это сила жизни. Это то, что никогда не может исчезнуть. Ум тут же включается, говорит, это эфир. Угу. Так я говорю, что любое, вот ум это такая программа. Типа, это еще не материя, это не сознание. А это эфир, это все, что это может материализация, это что-то, что наука не доказала, что можно отнести к эзотерике, но в то же самое время это уже научно. Как-то есть академия, а есть там РАН, а есть не знаю, что разные. Есть академия наук, а есть такая полуакадемия наук. У них разные названия. В России много чего есть. Но я все время ржала. Они тоже себя академиками называют, но для этих академиков они не доакадемики. Не доакадемики, полуакадемики. Полуакадемики. Полукровки. Ясно. То есть эти типа очень важные, а у этих типа кукухать. Это полуважные. У них кукуха улетела в теплые края, потому что они какие-то эзотерические учения там постигали. И вот, наверное, самое непочетное, это когда тебя из вот этого клуба важных выкинут в этот клуб неважных. Полукровок. Блин. Но на самом деле, если вернуться к силе, да, вот так ум разводит, он делит это все. Да, ограничения вот эти. А ресурс мы видим чистым светом. Да. И он бесконечен. И он бесконечен. Вообще бесконечен. А всю конечность рисует сам человек себе. И этот ум. Ум. Так, да. В чистом виде. И теперь скажи, как человеку постичь световой ресурс? Обуздать дракона. Только чуть выпадает. Только. А других вариантов нет. Это так, оно есть. Только проснуться. Именно инфодайвинг. Ты просыпаешься и входишь в свет. Вот постигай. Мы единственные, кто взял и взломал игру. И взломал. Просто хакер. Просто показал who is who, да? А человек все равно ему страшно. Как это? Это знаешь, как стоит... Как же это сказать правильно? Пусть лучше так скажу. Темница, и в ней много народа. И там живут, они живут, и темница. За пределами страшно. Им плохо, уже тесно, плохо. Уже тесно, кстати, похоже, да? Уже тесно. Понимаешь? И открываешь им двери, выходите на свободу. Страшно. А ты знаешь... Бояться. Бояться. Твой и мой образ не соответствует образу хакера. Да. Надо, чтобы здесь было Бугатти, да? Замок, поля, гольф. Не, у меня нет тещи, которую я согласна была похоронить на гольф-поле, чтобы... Или лишней жены, лишнего мужа. Поэтому с тобой на хакеров не смакиваю. Как Трамп, да? Мне так понравилось его решение ухода от налогов. Я просто так ржала. Похоронил тещу на поле гольф. Или жену он там похоронил. А, жену даже? Да, первую жену похоронил на гольф-поле и ушел от налогов. Теперь это кладбище. Но на самом деле, ну, может, это на самом деле фейк, кто его знает. Но я очень люблю такие креативные решения. У меня дети обычно так креативят, и я все время от этого тащусь вообще. Но на самом деле эти креативные решения, да, смотри, они же тоже ведь раскрывают сознание. Знаешь, так
такой эффект, да. Это, знаешь, как вспышки такой, есть свет здесь, здесь свет. Но это все познание ресурса света. Да, да. И именно световой ресурс потом дальше раскладывается. И в ресурс здоровья, и в ресурс отношений, и в ресурс бизнеса, и ресурс денег. Какой хочешь ресурс, это световой ресурс. И он любой бесконечен. И он бесконечен. Главное правило – будь искренен, да? Будь честен. Сам честен. Собой. Ты знаешь, честен – это слово ума. Ума. Это уже подмена. Вот будь, да, да, подмена. Будь искренен, будь чист. Чист. Чувство и чист – это вот одно. Одно. Я прямо чувствую. Чистота – это два разных слова. Да, да. Вот ум. Я везде стала ловить ум. И так для меня ум стал... Знаешь, как если по чем-нибудь ровненькому, вот гладенькому, да, и ты камушки можешь найти даже вслепую. Вот ум для меня стал вот такими камушками, где я могу даже вслепую найти его. А вот смотри, подмена чистота и честь. Когда зеркало чистое, стекло чистое, да, если лампочку включить, свет проходит через стекло, и полная чистота. Как ты можешь обуздать свет при чистоте? Как, да? Никак. Никак. Что надо сделать? Надо заменить на честь. А честь мы что делаем? Отдаем. Это значит, надо поставить крышку, и мы этой крышке будем отдавать честь. Одна буква. Да, всего лишь. И это уже о власти, и тогда можно отдавать. И ограничения. Ограничения. О банке, о гробе. Крышка гроба. Да, да, да. Пошла игра на любых уровнях. Вот они тела. Вот они тела разные. Это игры. Осознать вот этот свет можно осознать, только начиная с себя. Мы каждый свет. Мы несем этот свет. И этот свет идет только через искренность. Когда мы искренни и чисты, тогда свет проходит наружу. Если идет ограничение, хлоп, крышка в банке. А человек боится, знаешь, как искренность, чистота, это же прозрачность. Человек боится прозрачности. Ну, человек вообще боится вернуть свет в себя. Это ж Бога в себя надо вернуть. Да, да. Проще да, его да. на Альфа-Центавр. Да. Тогда о каком драконе мы говорим? Даже смотри. Да, вот именно. Даже смотри вот эти старославянские, да, или как они, ведические. Кто там поклонялся солнцу? Это ведь та же религия да. на самом деле. Именно. То есть был вынос на солнце. Солнце было вынесено. Да. И поклонение солнцу – это же тоже ограничение. Но оно природного хотя бы значения, то есть оно уже как... Но при этом благодаря вот этому выносу... В любом случае, это не трупу, да. Да, да, не трупу. То есть смотри, но при этом уже это ограничение, то есть вынос уже, хоть образно, если сказать, то вынос далекий на солнце, да, а постепенно этот вынос стал ближе, 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 и человек стал все меньше в банке, меньше в банке, меньше в банке, меньше, и жизнь уменьшилась, уменьшилась, мы заболели. А сейчас как вынос ответственности идет? А вот разговариваешь с человеком, ой, бизнес открыть, не-не-не, чего? Да ну, там вот они там налоги, они там вот это, там государство обложит, там... И тут же куча виноватых. И, ой, зарегистрировать сложно еще. Я говорю, слушай, что ты придумываешь? Один день пошел, тебе все рассказали, все сделал. И работай, тебе никто не мешает. Просто иди и работай, твое дело работать. Страшно. Страшно оторваться от кормушки с зарплатой, когда тебя содержат. Зато очень классно предъявлять претензию. Ой, мне не заплатили, а как у меня пенсия, как меня кто будет содержать? А с хера ли тебя содержать, если ты работать не хочешь? Вот за какие такие плюшки тебя содержать и тебе платить там зарплату, увольнение там и все остальное? За что? Посмотреть обязанности. Кстати, я сейчас очень вчера интересную фишку словила. Когда я была в банке, и я же уже сколько лет в один и тот же банк езжу, и вдруг я вижу, что там девочки, которые работают, начали работать по-другому. То есть пошла борьба за рабочие места. Конкретно конкуренция. То есть такого внимания и беготни, и я вам расскажу, покажу, за руку отведу там и так далее – я уже не помню. Из служения, обслуживания.
И я поняла, что в банке идет сокращение, угу. и борются за рабочие места девчонки. Угу. И пошло совсем другое отношение. Видишь, а вместо того, чтобы человек не убрал этот страх, просто делал свою работу, пока искренне, здесь искренне да. делал бы, да, убрал свой страх. И даже если вдруг уволили, то это только ведь в плюс. Тебя это на самостоятельность плюс, у тебя есть возможность отправил. Открыть свое, идти работать, заниматься любимым делом. То есть это же благодарность, да. и пошел вперед. И пошел. А у человека включается страх. Это вот то, что я говорю извне, как у мамок, страх. И она лучше будет играть слепо вот в эту игру, которая предложена извне, но свою создать она не возьмет ответственность. Вот это же об этом же. Так смотри, наши самые большие проблемы были на ранних этапах работы, когда мы говорили не про создание, а просто напиши свое будущее. Угу, напиши, да. как ты видишь свое будущее. Кто из мам писал будущее? Вот те, кто писали, у того детей поправились. Кто позволил, кто себе, позволил себе увидеть другое будущее. Другое будущее со здоровым ребенком. Который, да, которое действительно хочет сам. А сколько в обратной связи нам писали, я не могу увидеть своего ребенка здоровым. Да, это вообще просто. Я, мать пишет, я не могу. Представляешь, как? Да. Да. Ей лучше навязанное ей, потому что, ну, на самом деле навязанное... Ей легко увидеть его инвалидом. Да. Легко увидеть, что она его волочет до старости, да. нежели что он в свободном плавании пойдет в свободную свою счастливую жизнь. Ведь на самом деле навязанное коллективным, это ведь ее запрос, ее подсознание запрос навязать эту игру. Почему? Потому что нет своей, нет силы на свою игру. Да. Есть да. вынос силы, и поэтому... Человек спит, и поэтому запрос на хоть какую-то игру, ну я же пришел в это тело играть, хочешь мне хоть какую-то дайте поиграть, да. Это запрос ее подсознания слабого, неразвитого. И вот ты имеешь хоть какую-то. И хоть какую а имеешь. Хочешь нормальную, создай свою нормальную. Для этого тело должно услышать, да? Для этого должна... Вот это первый этап, когда тело услышит. Когда тело услышало, следующий этап будет расширение, расширение, угу. расширение. Угу. И это бесконечный путь в развитии. Это путь возвращения в себя света. Угу. Это путь, опять-таки, говоришь, возвращения света. Тут же воин света, и пошло. И херня от ума пошла. И вот, видишь, как ум. Ум капец. Мгновенно границы. Мгновенно. Куда-куда? Ты воин света. И человек. И все новая роль пошла. И эго сразу. Я. Уникальность. Я воин свет. И все. Представляешь? И снова в коллективную игру. Другой сон пошел сразу. Что я воин свет. Играю в это. Ты знаешь, блин, под как эту тему сейчас среди техник манипулирования сознания, да, управления, есть разновидность, когда очень часто встречается в интернете, на Фейсбуке очень часто встречается. Угу. Пишут тексты, во-первых, шрифты меняют постоянно. Во-вторых, наборы фраз духовных, высокодуховных, не содержащих смысла. Вот как на стриме был вот этот чувак, который угу, пропал. Который да? там что-то намешал. Да, намешал, но при этом внимание захватил уже за нудри пациента. Необычными да. поворотами слов. Да. Вот точно так же письменные тексты, ну, техники управления, захвата угу. внимания, то есть в письменном угу. формате. Ловушки. Вот да. ловушки такие. И ты знаешь, сейчас много людей, которые вот таким вот образом и рассуждают в своей жизни. То есть они уже просто ну, так, как лозунгами, речевками. Как речевками. Да, пум-пум-пум-пум. То есть это разновидность вообще, когда полностью там не только разум отключен, но там и ум отключен. Да, да. Просто остались... Там заезженная пластинка, пластинка которая... Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Да, 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 да. И при этом это мучает, потому что понимает, что заезженную пластинку, такую же заезженную пластинку ты по подобию подхватишь, и это уже будет у тебя... Ну, достаточный доход. Помнишь, как этот психолог, который радовался ребенку? А, да, да, радовался. Зато целый год работы. Целый год работы. К нему обратилась вот мама с аутизмом. Да. Вот точно так же здесь, когда ты цепляешь за ноздри вот заезженную пластинку. Это знаешь, как ты вот конкретно человеку вот просто без вот этой, как видишь, как этот психолог, на год у него работа, да, а ты, а мы ему без этого года просто говорим, вот, что тебе надо? Не, это неправда. Мне надо ходить, мне надо играть, мне надо болеть, мне надо к кому-то обращаться.
а сюда не смотри сюда, никак, я не могу этого сделать. Ну, потому что нужно. Вы пока вы делаете больно, вы делаете все что угодно, да, получается, человеку больно слышать нас, слышать больно, и поэтому он бежит. Бежит от себя. Ты знаешь, я себя ловлю все больше на мысли, что мне аутизм не интересен вообще уж. Я ушла отсюда. Точно, я уж давно ушла. То есть он настолько неинтересен, настолько... Ну, отработать консультацию не вопрос, дать рекомендации все не вопрос. Все остальное книги, курсы, так погружение. Все, таблетка есть уже от таблетка аутизма. Таблетка есть, иди работай. Да. Причем готовая замена игры, и ты сам определяешь срок, сколько ты будешь играть в выход. Да. Да, если хочешь быстро, ты можешь это все сделать за 3 месяца и выйти за 3 месяца. Хочешь медленно, гуляй 3 года. Но ты все равно будешь гулять. Мне интересны взрослые сейчас заболевания. И ты знаешь, вот меня немножко в ступор поставила медицина. Помнишь, мы проводили эксперимент по миомам? Мы нигде не озвучили тогда результатов, потому что закинули тогда во времени, мы сколько, наверное, ну, месяца 4, наверное, мы тогда до полугода вели людей, а потом осталась обратная связь с людьми. Брали мы тогда 12 человек. И смотри, половина из людей тогда ушли от миом. Еще по статистике у людей, то есть один человек тогда пошел на операцию, и 2 человека был результат, остался прежний. Все остальное была положительная динамика, да, то есть, грубо говоря, мы вышли в очень классный для медицины результат. И в то же самое время, я когда зависаю на миомах сейчас, я понимаю, что человек будет доверять медицине слепо, когда речь идет о его заболевании. Или любое. Возьми панкреатит, простатит, любое, миому, все что угодно. А медицина сегодня не всегда, и даже, наверное, 80%, не всегда дает те рекомендации, которые помогают человеку. Возьми сахарный диабет. Есть примеры у нас, когда мы видели, как медицина вредит. Возьми ковид. Как кололи эти антималярийные штуки, как кололи прививки и так далее. То есть возьми миомы. Классно, прогестерон. Миомы вырастили, а потом удалили. И потом, ведь когда удаляют, не говорят, какие последствия этого всего. Угу. А последствия есть, и они страшные на самом деле. Но даже в роликах, вот когда у меня иногда кто-то подбрасывает, там врач рассказывает, да ничего. Да все, мышцы зажмут, и все, ничего. Посмотрим через 10 лет на твое ничего, как ты в памперсе ходить будешь. Вот тогда мы поговорим о том, что ты делал и зачем ты это делал. И получается, что человек слепо доверяет, неважно, он доверяет религии или доверяет медицине. Здесь можно поставить слепо. Равно. Слепо. Человек не верит себе. И вместо того, чтобы проснуться, измениться, услышать, тело должно услышать свое подсознание, оно не слышит, он имеет проблему, которая перерастает в большую, в большую, в большую, в большую. И при этом продолжает накатом выносить ответственность. Растет обострение, злость, раздражение. Растет конфликт с той же медициной. Они плохие, они мне сделали, они меня инвалидом сделали, они там еще что-то. И вот смотри, вот этот вот снежный ком, если ты в разуме, его надо как-то остановить. Для этого человек как-то должен выйти в благодарность, даже той же самой медицине, даже если она тебе навредила. И начать с того, что взять ответственность на себя за свою жизнь и начать работать самостоятельно со своим телом, со своей башкой и менять свое программное обеспечение. А это уже про силу дракона. Это про возвращение света в себя. И на сегодняшний день, если ты посмотришь, то реальность, которая окружает нас, не предлагает альтернатив. Либо наука, либо медицина. Да. Да. Либо религия. Ну да. Либо медицина к науке. Либо наука, либо религия. Вот она, восьмерочка. А вот этой вот точечки нету. Нет, да. Точки, где человек возьмет на себя ответственность. То есть так или иначе, ты в игре наука или ты в игре религия. Угу. И человек качается, хали-гали себе устроил. А вернуться в точечку можно только через инфодайинг.
А инфодайинг – это страшно, это больно, это сумасшествие, это тетки, которые не соответствуют образу, потому что они должны были быть великими на Бугатти или там как минимум или у них ученые степени, еще что-то. Мы какие-то вещи по социализации тоже вынуждены были делать. Благодарность религии, кстати, за это. Потому что все-таки диплом мы вынуждены были получить, и мы, честно, 2 года отучились, и патент мы вынуждены были подавать, делать, и все вот это все благодаря преследованиям религии. Но сегодня им низкие поклоны. Буська, молодцы, спасибо большое, вы нам помогли на этом пути своим преследованием. Но останавливаться нельзя, надо двигаться дальше, и надо четко говорить все равно. Общество надо вывести в благодарность и в возвращение ответственности. Без этого не будет здоровья, никакая медицина не поможет. Да. Медицина очень часто сильно вредит и проводит эксперименты на твоем теле, потому что она изначально противоречит задачам твоего подсознания. Задача подсознания, чтобы ты изменился, а ты вместо этого пихаешь в свое тело таблетку. Таблетка тебя не поменяет. И тогда таблетка работает как яд на твое тело. Но при этом осознать благодарность вот эту, да, чтобы закрыть игру даже в ту же таблетку, это надо осознать, что благодарность за то, что у меня у самого не было игры, а мне дали ее. Вот уже за это и есть благодарность. Создавал вовремя свою игру, да. Иначе, ну, меня не существовало бы, да? Да. Благодарю. И теперь, но мне эта игра больше не интересна, и я создаю свою. И вот в этом чистом виде, да, это как родиться чистым ребенком. Да. И идти в жизнь. И все надо начинать с наших детей, с наших деток. С детей, в образование надо включать уроки благодарности с первого класса, да, с детского сада. Учить благодарить, учить замечать, как люди тебе помогают. Учить ценить труд других людей, любой труд. Да, вкладывать в детей солнышко. То есть они родились солнышком, они родились вот этим чистым сознанием, светом. Да? И вот этот свет... Ну, знаешь, как помочь этому свету так и расти. Не затухать его, не тушить, а вести его. Да. И благодаря этому мы сами выздоровеем, мы сами излечимся от всех болезней. Я вообще сейчас у меня настолько большое желание изменить. Не то, что изменить, не так. Короче, я вижу сейчас огромные ошибки в воспитании детей в садах и школах, особенности школы. И вот где надо изменения, это здесь. Здесь должны быть люди чистые, искренние, благодарные, светлые. Действительно, учителя, вот с этим словом «учитель». А пока здесь ограниченные... Именно так говорю, как есть. Это на самом деле правильное слово, без искажений. Ограниченные и в ограничениях, и причем не желающие выходить за рамки этих ограничений, это болезнь. Это развивается, это не развивается, это вирус, который постоянно живет и еще больше заражает и заражает всех нас. Я не знаю, я верю все-таки в Беларусь, я верю в то, что в нашей стране. Да. Белая Русь не просто так. И именно Белая Русь бы, благодарность бы. Как-то боги бы. Боги бы. Белая бы. Вот оно как-то, не знаю, будет. Белая Русь. Здесь появилась белая. Именно белая. Белая. Да. Вот. И пошла история новая. Стягивание старой информации того, чтобы развернуть новое. Здесь появилось чистое сознание. Поэтому здесь и черное появилось. Да, и появилось черное, да. Материя. Материя. Все, да, и вот белое и черное соединились. Да. Все сознание и материя. И с благодарности белая надо Русь. Начинать. Все с благодарности надо начинать. Через благодарность и через возвращение света в себя будет стань солнцем. Развитие. Стань солнцем. Да. Там, где я, там и солнце. Да. В принципе, мы так и живем. Да. Я приехала в Москву, в Москве было в этот день солнце.
Там, где я, там весело, солнце. Там, где да. я, там и солнце. Солнце в нас, мы есть солнце. Да. Мы есть жизнь. Мы жизнь.